6 марта отпраздновать Международный женский день собрались ветераны спорта. Поздравить женщин пришли представители администрации города и заслуженные работники физической культуры. Я считаю, что вклад женщин вот именно в спорт, развитие спорта в Копейске огромный. У нас первый мастер спорта в городе по велоспорту Нина Васильевна Попова присутствует. У нас женщина, первый мастер спорта по легкой атлетике, это Надежда Завьялова. Ну, я хочу сказать, я могу называть очень много фамилий, но какую фамилию не назову, это история. Это история спорта и физической культуры нашего города. Легкая атлетика, лыжи, коньки, плавание, художественная гимнастика. В жизнь каждой из этих женщин спорт пришел по-разному. Несмотря на то, что тренировки и соревнования требовали больших затрат времени, спортсменки находили время и на личную жизнь, семью, детей. С 9 лет начала плавать. Коренной вид спорта – это, конечно, плавание. Ну и лыжи, лес, горки. Ну, в общем, с детства я начала заниматься спортом. Принимала участие и в городских, и областных, всероссийских, всесоюзных соревнованиях, и по тому и по другому виду спорта. В 1948 году была чемпионкой области по плаванию, и очень много лет никто не мог побить мой рекорд. Личная жизнь у меня долго не складывалась, потому что некогда было впереди спорт. Тем более как-то заметная была. Но в Копейске я вышла замуж за Семенюта Дмитрия Ильича. И, в общем, сложилась жизнь. Многие женщины, находясь уже на заслуженном отдыхе, все еще в бою. Но, несмотря на занятость, им удалось встретиться и отпраздновать 8 марта. Мы планировали давно собрать ветеранов спорта, но как-то не получалось. А в этом году решили собрать ветеранов женщин, так как им многим уже за 80, за 70, то есть почтенный возраст. И решили отметить праздник, совместить праздник 8 марта и отметить ветеранов спорта подарками. Я всем желаю, нашим женщинам города Копейска, здоровья, счастья, благополучия и с наступающим праздником 8 марта. Ветераны спорта мужчины сделали дамам подарок, исполнили музыкальную композицию «Дарите женщинам цветы». Заслуги спортсменок отметили подарками.